Прокуратура Франции расширила обвинения против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Теперь республиканца подозревают еще и в коррупционных рисках. К обвинению против Фийона добавили дело о получении подарков, общая стоимость которых почти 50 тысяч евро. Большую часть этой суммы передали Фийону наличными. Деньги предназначались на покупку костюмов политику. В прокуратуре продолжаются проверки этого инцидента на наличие коррупционных рисков. На фоне громких скандалов вокруг семьи кандидатов в президенты, более 70% французов, кстати, считают, что Франсуа Фийон должен отказаться от участия в этой предвыборной гонке.